Элита ArxPlay Production представляет. Привет, мои любимые зрители. В этом выпуске мы рассмотрим сразу несколько фактов, касаемых инвокера. То есть я их объединил в одно видео. Факт номер один. Колдснап 1 и 2 уровня не сбивает фласку. Допустим, вражеские инвокеры используют фласку. Мы кидаем на него колдснап. Не сбивает, видите, да? Реально! Второй факт. Как можно среди иллюзий определить, где настоящий инвокер? Вы можете меня спросить толпою одновременно. Все очень просто. У иллюзии инвокера нету сфер. Маленькая проблемка. Демонстрирую. Видите, да? У инвокера есть сферы у настоящего, у иллюзии нету. То же самое и у вражеского. Вот, у вражеского есть сферы, используют манта-стайл, нету сфер. Третий факт. После того, как было крупное обновление и изменили ультимейт инвокера, теперь он может спокойно стоять против сайлансера. Раньше, когда сайлансер кидал первую способность, нам приходилось менять сферы, жать ультимейт. Это много времени отнимало. А теперь мы просто можем жать ультимейт, там тратить всего лишь 20 маны, при этом скиллы у нас не меняются. Просто изи. Можно спокойно идти и стоять против сайлансера. Вы видите, да? Просто моментально, Господи Иисусе. Вот такие вот у нас интересные три факта. Пишите в комментариях, узнали ли вы что-нибудь новое. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.